Здравствуйте, это программа «Регион 17», в которой я, Сайгон Бирбё, расскажу вам о происшествиях в нашей республике за последнюю неделю. И не только об этом. Сегодня смотрите. В Кызыле сотрудниками полиции пресечена деятельность трех подпольных организаторов азартных игр. По апрель текущего года госавтоинспекторами выявлено 20 фактов незаконного хранения и перевозки наркотиков. Региональным МВД за прошедшую неделю зарегистрировано 51 преступление. С дорог устранено 38 пьяных водителей. С 12 апреля действие водительского удостоверения, у которых истек срок, продлено до 3 лет. Итак, хорошие новости для автолюбителей. Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в текущем и следующем годах, продлевается на 3 года. Соответствующее постановление вступило в законную силу с 12 апреля, рассказывает Адын Кызбуян. Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступила МВД России совместно с Минэкономразвития. Изменения направлены на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса. Посещать МРО и производить замену водительского удостоверения с истекшим сроком нет необходимости. Но если вы изъявляете желание продлить действие документов на 10 лет, проходите стандартную процедуру, то есть проходите медицинскую комиссию, оплачиваете госпошлины и производите замену. Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Теперь в течение 3 лет необходимости в замене просроченных водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически. Для замены водительского удостоверения и первичного получения гражданам необходимо записаться через портал госуслуг для того, чтобы воспользоваться скидкой 30%. Либо прием осуществляется также по живой очереди каждый день с 8:30 до 13 часов, кроме воскресенья и понедельника. МВД России отмечает, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть работы. Поэтому в продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 миллионам водителей в ближайшие 3 года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами. Тем временем на прошлой неделе инспекторами ДПС региональной госавтоинспекции пресечено свыше 1000 нарушений ПДД. Четверть из них выявляется при проведении специальных операций. Чтобы узнать подробности, мы связались с инспектором отдела управления ГИБДД МВД по Республике Тыва Дмитрием Дудукпеном. За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД пресечено 1133 нарушения правил дорожного движения. Задержано 38 водителей, управляющих транспортным средством с признаками опьянения. От участия в дорожном движении отстранено 110 лиц, не имеющих права управления. Из них 86 лиц не получало водительское удостоверение, а также 12 лишены права управления. За последнюю неделю в республике произошло 5 учетных дорожно-транспортных происшествий, 3 из которых являются наездами на пешеходов. В результате происшествий травмы получили 3 пешехода, 1 водитель и 3 пассажира. Кроме повседневных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, сотрудники ГИБДД участвуют в выявлении различных преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков. С начала текущего года в Туве сотрудниками ГИБДД выявлено 20 фактов перевозки наркотических средств. Из незаконного оборота ими изъято свыше 30 килограммов запрещенных веществ. Только в апреле по выявленным инспекторами ДПС фактам в отношении 6 участников дорожного движения возбуждены уголовные дела по статье 228 Уголовного кодекса. Так, уголовному преследованию подвергнуты водитель и пассажир автомобиля РАВ-4, остановленного 1 апреля в 11 часов ночи на улице Калинина города Кызыла. Поведение мужчин насторожило инспекторов отдельной роты ДПС, вследствие чего правоохранители приняли решение произвести досмотровые мероприятия. Подозрения полицейских подтвердились при обнаружении в рукаве 36-летнего пассажира и в кармане куртки 54-летнего водителя веществ с признаками наркотического. Кроме того, пакет с содержимым растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли обнаружен в бардачке транспортного средства. Последующее исследование эксперта покажет, что изъятым являются фрагменты гашишного масла весом 3,28 граммов и 3,51 грамм, а также марихуана массой около 280 граммов. Сотрудники полиции установили принадлежность крупной партии марихуаны и гашишного масла пассажиру.
Так же, как его знакомый, водитель хранил 3,51 грамм гашишного масла для личного употребления. В отношении пассажира, а также ранее судимого за совершение аналогичного преступления водителя, возбуждены уголовные дела по статье 228 Уголовного кодекса. Но наряду с проверкой на алкотекторе, инспекторы отдельной роты ДПС направили данного водителя на освидетельствование в Роснаркодиспансер. Результаты химико-токсикологического исследования подтвердили пребывание 54-летнего козлчанина в состоянии наркотического опьянения. Так, кроме уголовного преследования, в отношении данного водителя за совершение грубого нарушения правил дорожного движения был вынесен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. Между тем, третий факт хранения и перевозки гашишного масла водителем автомашины ВАЗ-6 модели выявлен инспекторами ДПС отделения ГИБДД Управлением МВД России по городу Кызылу. У 21-летнего жителя правобережного дачного общества с признаками опьянения, не получавшего водительского удостоверения, полицейские обнаружили запрещенное вещество в кармане куртки. Установлено, что мужчина с 2018 года 8 раз привлекался к административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, за потребление наркотических средств без назначения врача, за уклонение от прохождения диагностики профилактических мероприятий, то есть лечения от наркомании, а также за мелкое хулиганство. По каждому факту в качестве административного наказания суд ему назначал арест сроком на 1 или 2 суток, при возможных 15 или 30. В настоящее время мужчина фигурирует в качестве подозреваемого по уголовному делу за незаконный оборот наркотических средств в значительном размере. И в дополнение, за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в отношении него был составлен административный материал. Судом ему был назначен арест сроком на 10 суток. Вместе с тем, 16 апреля в 2 часа ночи на улице Азатская города Кызыла нарядом отдельной роты ДПС задержаны 3 местных жителей в возрасте 28 и 30 лет на автомобиле «Лада Гранта», которые, не подчинившись законному требованию об остановке, спровоцировали преследование. При задержании 28-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения совершил сброс пакета с марихуаной весом 158 граммов на коврик транспортного средства. Все было задокументировано прибывшей следственной оперативной группой. Все 3 были доставлены в дежурную часть. По факту незаконного оборота марихуаны в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса. За нетрезвое вождение, ранее 3 привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в запрещенных местах, водителю теперь грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей. Расследование продолжается. По информации регионального министерства внутренних дел, за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 51 преступление. Из них 1 особо тяжкое, 5 тяжких совершено, 2 кражи, 1 грабеж. Выявлена и пресечена деятельность 3 подпольных залов, в которых были организованы азартные игры. Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва и Управления МВД России по городу Кызылу 15, 16 и 19 апреля в городе Кызыле пресечена деятельность 3 нелегальных игровых залов, находившихся на улицах Комсомольская, Кочетова и Московская. На момент проверки в одном из указанных заведений операторы заперлись в подсобном помещении и отказывались выполнять законные требования сотрудников полиции. Операторы и администраторы предупредили, чтобы открыли дверь, на что отказываются выполнять наши законные требования. Поэтому будем пилить. Установлено, что незаконной организацией и проведением азартных игр занимались 3 граждан, жители города Акдавурака, села Аругузю и поселка Кахи. Все игровое оборудование было изъято. В указанных действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконная организация и проведение азартных игр. Материалы проверки по данным фактам будут направлены по подследственности в Следственное управление Следственного комитета России по Республике Тыва. На этом у меня все. Над программой работали Сайгын Бирбюб, Буян Монгуш, Айдын Кулар. Берегите себя и окружающих вас людей.